А этот полет, это ведь не очень опасно? Ключ на старт. К старту готов. Один человек как-то сказал, кто жизнь не рискует, тот ее не обретет. 30 секунд, полет нормальный. Как же красиво. Что-то не так! Он падает. Я буду вас ждать, Ким. Ким Алексеевич. Где я? Это специальная больница. Ее территория закрыта для других больных и любых посещений. Я ясно выразился? Так точно. Вспоминайте, Ким Алексеевич. Любая деталь может спровоцировать восстановление вашей памяти. В Москве в 2023 году. Тебе 89 лет? Я не помню. Его нигде нет. А значит, его не существует. Он придумал себе персонажа, в котором живет. Я кое-что вспомнил. Почему ты не сказал с самого начала, что так будет? Даша. А вы, простите, кто? А ты уверен, что это больница? Они все предусмотрели. Кто они? Кто жизнью не рискует, тот ее не обретет. Моя единственная возможность — получить хоть какие-то ответы. Это наводка на нас! Вы в опасности. Кто были эти люди? Что вам от меня нужно?